сейчас просто меня тут разорвут. Так, вот у нас реквизит появляется для 4-го конкурса. Друзья, я бегу к вам. Ну что же, и у нас есть следующий вопрос. Мы, кстати, ответ на него уже озвучивали ранее. Как называется американская пастушья порода лошадей? Как? Waterhorse. Абсолютно верно, у нас есть правильный ответ. Я, кстати, хочу сказать, что с этой стороны правильных ответов меньше, я не знаю. Либо вопросы сложнее стали, либо у нас не такие просто все на той стороне.